Всем привет! Получил очередной заказ с интернет-магазина F-магазин. Ну и давайте приступим к его распаковке. В заказе у меня в основном позиции для ловли форели, но также на данной приманке можно отлично ловить и другую рыбу. Так, все очень качественно упаковано. Так, ну и давайте. Более подробно рассмотрим все позиции. Вот такой вот достаточно большой заказик у меня получился. Так, пока все уберу в сторону. Так, взял вот такую вот коробку от Fisherbox, модель 220. Таких коробок, ну, в таком размере у меня еще не было. Ну вот, решил взять попробовать. Ну, в таком размере этой фирмы. Очень бюджетная коробка. Ну и на первый взгляд очень удобная. Взял вот такие вот силиконовые приманки от фирмы Berkley, модель Power Honey Worm. Вот в упаковке 55 штучек. Это вот такие вот личинки. Также от Berkley я взял нимфы. Вот такие вот нимфы дюймовой длины, то есть 2,5 сантиметра. Ну и в пачке находится 12 приманок. Что эта приманка, что вот эти медовые червячки, они созданы в первую очередь для ловли форели. Но также и другая рыба прекрасно ловится на эти приманки. Взял блесну от компании Smith, модель Heaven. Вот такая вот прогонистая блесна. Имеет она шикарные полетные характеристики. Весит 3 грамма. Ну и взял в любимом цвете, в цвете серебро. Компания Русская блесна красит очень популярные модели фирмы Forest, PAL и MIO, свои вот такие вот интересные расцветки. Ну вот, взял, соответственно, PAL весит 3,8 грамма и MIO весит 3,5 грамма. Ну, такие вот интересные расцветки. То есть они лимитированы. Их выпускает только лишь Русская блесна. От компании Smith взял вот такую вот вертушку. Это Smith ARS Trout модель с одинарным крючком. Данные вертушки выпускаются в двух весах 1,5 и 2 грамма. Ну, я взял в весе 2 грамма. Данная приманка шикарно ловит и форель, и хариус. И хариуса. Очень классная вертушка. Взял Fecky Dog модель DS. Вот в таком вот классном цвете. Ну вот, к сожалению, дистрибьютор, компания Masconello, так скажем, привозит данные локеры с неродными крючками. Родные должны быть из морской линейки. Ну вот, здесь стоят черные крючки. Ну вот, данный локер прекрасно подходит для ловли жереха, ну и разнообразной морской рыбы. На F-магазине по очень классной цене были, ну и вроде как есть люперы. Это стандартный люпер, люпер Glyph, вот Glyph, и люпер Glyph Spice громовик. Очень классные колебалки, цена у них просто смешная. Также от компании Forest взял вот такую вот колебалку, это MIO в лимитированном цвете от компании Mida, цвет C13. Вот такая вот расцветка, золото с зеленью. Блесны MIO шикарно работают и на реках, и на озерах. Можно использовать и в морской ловле, там, к примеру, морских карасей, других там рыб, например, зеленух. В общем, классная приманка.
Вот такой вот интересный экземпляр. Это Тиемко Lightning Wobbler. Но воблер имеется в виду не как жесткая приманка, а данная блесна представлена, вернее, данная приманка представлена как колеблющаяся блесна. Просто у ней достаточно такая вот интересная игра. Поэтому в своем названии приманкой получила слово воблер. Компания Volcane — это достаточно известный бренд у нас в стране. Ну и очень классные колебалки данный бренд выпускает. Модели High Burst есть в многих весах. Я ее взял, весит 2,4 грамма и в цвете номер 8. Вот такая вот угловая форма, ромбовидная у данной приманки. Ну, ее можно с успехом использовать не только при ловле, к примеру, прудовой форели, но и можно на нее ловить и головля, и изя, хариусы и другую рыбу. Компания River Old – это один из ведущих японских брендов, опять же, производителей колеблющихся блесен. Ну и вот я взял модель Tournament Vespa, весит она 2,4 грамма, и модельку Vespa Micro, масса 1,6 грамм. Данные блесны, опять же, очень шикарно работают по разнообразной рыбе. Ну и полетные характеристики у них, несмотря на вес, находятся на очень хорошем уровне. Ну и последняя позиция — это вот такие вот октопусы от компании Yuzuri. Данные октопусы можно использовать как самостоятельную приманку, также оснащать ими и крючки пилькеров, то есть на ассист-хуки вешать. Недорогие приманки, интересные. Ну вот, собственно говоря, весь мой обзор. Все данные позиции можно приобрести в интернет-магазине F-магазин. Ссылку на магазин и на товары оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте F-магазин. Пользуйтесь, не забывайте. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!